Безопасное внешнее независимое оценивание для студентов. Выпускники четвертых курсов Одесской академии готовятся поступать на магистратуру. В условиях карантина обеспечить здоровую студенческую среду можно только благодаря массовым тестированиям на коронавирус. Студенты из разных уголков страны перед прохождением внешнего оценивания в обязательном порядке посетили Центр противодействия инфекции. За процессом тестирования наблюдали наши корреспонденты. Уже завтра украинские бакалавры проверят свои знания на внешнем независимом тестировании. Чтобы обезопасить процесс и создать комфортные условия для студентов, Одесская юракадемия проводит массовое тестирование на COVID-19 в Центре по противодействию коронавирусу и защите от пандемии COVID-19, а также на базе университетской клиники Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета. Уже несколько дней проходит тестирование студентов, которые сдают ЗНО для поступления в магистратуру. Они съехали со всей Украины, в том числе из тех областей, в которые повышенная заболеваемость на коронавирусную инфекцию. И мы для того, чтобы обезопасить студенческую среду от распространения и преподавателя этой инфекции, всем, кто у нас приезжает на ЗНО, проводим тестирование согласно программе Сергея Васильевича Кивалова «Противодействие центру коронавирусной инфекции». Это очень важно для жителей города, для жителей нашей области, для того, чтобы они чувствовали себя безопасными. Студентам, которым пришлось приехать из других регионов страны, бесплатно предоставляется комфортное общежитие на базе юракадемии. В помещениях ежедневно проводится санитарная обработка. Все студенты, которые поступают к нам на магистратуру и приезжают с разных уголков Украины, имеют возможность бесплатно проживать в общежитиях нашего университета. Это замечательно, потому что сейчас не все имеют возможность оплачивать в условиях пандемии COVID-19 проживание в Одессе. И также все студенты полностью бесплатно имеют возможность сдать тест на COVID-19 у нас в нашей клинике на базе Международного гуманитарного университета. Тесты сертифицированы в Германии для всех стран Евросоюза и прошли апробацию, показав свою эффективность в странах Европы и Азии с высоким уровнем заболеваемости. Кроме того, для работы центра и клиники закуплены 5000 тестов на выявление в организме антител коронавирусной инфекции. В Центре по защите от пандемии COVID-19 и университетской клиники МГУ предусмотрено все до мелочей. Столпотворения в коридорах нет, приемы ведутся строго по записи. Процедура занимает не более 10-15 минут. Получая на руки результаты тестирования, студент может сразу же заселиться в общежитие. И навіть при здачі експрес-тесту на коронавірус соблюдаємо в першу чергу дистанцію раз. І, звичайно ж, на визначений час приходять студенти, щоб не товпою так знаходитися в одному приміщенні. В нашому університеті для наших студентів підготовлені всі умови для того, аби студенти чим менше контактували з іншими людьми. Так як зараз і навіть транспорт заборонений, так не всі можуть їздити додому, там, чи навпаки по Одеській області. Тому в нас створені умови для того, аби була і дистанція між людьми. Я особисто з Волинської області, і в мене багато моїх друзів, вони не мають такої можливості приїхати в гуртожиток на літо, їм не дозволяють. І я дуже рада, що в мене випала така можливість приїхати сам навіть в Одесу, поруч море, дуже чудові умови. Все общежития в достаточной мере обеспечены антисептиками, термометрами и масками. На этажах, местах общего пользования регулярно проводится дезинфекция. Студенты говорят, что выбор университета для поступления в магистратуру не стоял. Одесская юракадемия все 4 года создавала комфортные условия для учебы. Приехал из Донецкой области, сдал тест на коронавирус, чтобы понять, обезопасить себя в первую очередь и окружающих людей, чтобы не заражать. Академия наша дает все условия студентам для бесплатной сдачи теста коронавирус, потому что в других местах это платное удовольствие и не всем доступно. Я сделал это бесплатно, плюс еще завтра сдаю первый тест ЗНО, чтобы поступить в дальнейшем на магистратуру, на факультет адвокатуры. Очень важно, что вот я приехал, и у меня есть возможность сдать вот такой тест, чтобы знать, что я ничем не болею. Как видите, тест оказался негативный, так что я могу спокойно сдавать экзамен, готовиться еще сегодня, завтра и заселяться в общежитие. Это очень важно, потому что очень важно
ощущать вот эту, знаете, взаимопомощь. То, что я могу приехать с другого города, и меня сразу поселят. В Центре по противодействию коронавирусу и защите от пандемии COVID-19, а также в университетской клинике строго следят за соблюдением социальной дистанции с пациентами. И согласно процедуре используются индивидуальные средства защиты для того, чтобы и пациенты, и персонал чувствовали себя в безопасности.